как же все это надоело. Сколько можно тратить время зря? Бить гранит науки головой. Надоело все учить с нуля, с сентября до сентября. И питаться пиццей, шаурмой. Девушку, которую люблю, е-е-е-е-е. Не могу гулять я, пригласить. В месяц нам всем платят по рублю, я его на месяц порублю. Как трудно жить. Жить, жить, жить. Простите, это не та песня. Изучение этих теорем не избавит жизни от проблем. Когда тебя зовут тусить, а тебе сопромат зубрить, всю ночь учить один закон, чтоб никогда не пригодился он. Когда ты носишь вещи брата, ведь тебе годы до зарплаты, нет денег, чтоб квартиру снять, приходится валетом с бабушкою спать и мечтать взрослым скорей стать, жить, а не существовать. Ты думаешь, ты созрел? Спасибо. Ты думаешь, что уже достаточно созрел для мира? Который подарит тебе карьеру, отпускные и справку 2 НДФЛ. Мы покажем тебе мир взрослых. Предположим. А как вы сюда попали? А то, что тут струнный ансамбль играет, тебя вообще не смущает, да? Ты что? Это же волшебный мир видео. Вау. Здесь можно вот так? Можно вот так. А увидеть мир взрослых можно вот так. Ну, ребят, ну в тех заданиях надо сразу такие вещи указывать. Ладно, переключаю следующую сцену. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ты хотел здесь оказаться, через годы пронестись. Взрослый мир тебе подарит новые возможности. Позабудь про теоремы, позабудь про сессии. Смело ты иди навстречу кризису с депрессией. Получаешь ты зарплату 28 тысяч рублей. Платишь за кредит квартплату за зубного для детей. Штраф, налоги, в долг знакомым, помощь для родителей. На руки получишь снова ту же 1000 рублей. Одинокой жизни приходит конец. Любимою идешь ты под венец. Ты тригуемайте с мусором на улице. Мало спал перед зачетом, это вовсе не беда. С появлением ребенка сон забудешь навсегда. На работе тебя будет поздно вставать, и огромный живот твой продавит кровать. На боках, подбородке везде лишний жир. Добро, добро пожаловать во взрослый мир. Получайся. Ну давай, получайся. Ребят, а вам не кажется, что музыка веселая, а слова ужасные? Эти проклятые мотиваторы мотивируют нас работать. Кирилл, Кирилл! Настанут времена, когда и мы сможем
наслаждаться жизнью. Нужно только немножко подождать. Ну, лет 40. Серега? Серега? Сейчас. Йоу. Нам государство платит кучу денег за безделье. Подогреваем внуков чаем со своим вареньем. Моя семья и мои внуки всегда со мной на вписке. Все потому, что все они живут здесь по прописке. Закатываю скандалы в банках, закатываю банки. Мне незачем идти работать, я всегда при бабках. У меня ведь статус, потому что много льгот, ведь много лет работал я на пенсионный бомб. Зерконивый царский имидж основа, но самый топ — аппликатор Кузнецова. Трачу на кэш-кэш, голубям крыш-крыш. Я сам себе босс, оставить мне условия могут лишь оттуда. Метеоусловия. А, спина. Ничего, нормально бывает. Бывает, бывает, час отпустит. Неплохой переход. Спасибо. Так это что получается? У них все печально, у вас все печально, у нас тем более. В чем тогда смысл ролика? Мы скажем одно, и в этом вся соль. Вся жизнь — это только лишь боль. Подождите, неужели наш ролик закончится именно так? Жизнь — боль? Ну да. Но ведь это неправда. Да, в каждом возрасте есть свои минусы. Но если ждать только лучших времен, то жизнь так и пройдет мимо. Надо жить здесь и сейчас и фокусироваться только на позитиве. Нет, дым не нужен. Это не настолько героический момент. Ага. Ребят, пора посмотреть на жизнь по-новому. Чтоб не жалеть и не искать оправданий, наслаждайся жизнью. Наслаждайся жизнью, наслаждайся жизнью, а не ожиданием. Ну, хотя бы не артрит.